Глава городского округа Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла в местной общественной приемной партии «Единая Россия». С какими вопросами обратились жители, расскажем в сюжете. Затопило всю нашу комнату, вся квартира покрылась вот этими капельками, ну то есть, как вот, наверное, от горячей воды. Поднялся ламинат, упали обои, сыпется все с потолка. Трубы все поведенные, вот эти белые пластиковые, которые нам, по-моему, в 2011 году заменили. Елена Адамова проживает на улице Смирновская. В двухэтажном доме лопнул кран отопительной системы. У жителей затоплены квартиры и испорченные имущества. С просьбой об устранении проблемы Елена обратилась к главе Владимиру Волкову. И вот мы не знаем, что делать, как быть. Просто понимаете, если даже сделать тот же ремонт, у нас получается, что опять происходит поток. Также от жителей поступали вопросы по ремонту канализационного перепускного колодца в жилом доме и незаконной торговле. По результатам встречи назначили даты проверок и поднят вопрос о переселении жителей из аварийных домов. На все те замечания, которые поступили, реакция моментальная. То есть мы все эти заявления перенаправляем либо в управляющую компанию, либо выходим, сами проверяем, что за вопрос. Те решения, которые были сегодня озвучены, жителей удовлетворили. Личные встречи с главой городского округа Люберцы проходят ежемесячно. С графиком приемов можно ознакомиться на сайте местного отделения «Единая Россия». Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.